Эй, три часа, и это стартап-шоу. И сегодня в моем присутствии есть два замечательных парня. А также мы открываем секреты, как зарабатывать на украинской одежде. Как обирать правильно джинсы. Какими джинсами украинского производства можно похвастаться. И про это будем спілкуватися с нашим гостем, которого звати Георгій. До него сейчас и переходим. Георгій Шевченко. Засновник проекту Hedges. Це компанія, що займається розробкою та виробництвом українських джинсів. А віднедавна ще й сорочок, світшотів та курток. Георгій, привіт! Привіт! Привет. Скажи, будь ласка, чому ти вирішив займатися саме джинсами? Мы хотели стать интересный продукт, которого еще нет вот на нашем рынке, сделанный в Украине, и в который бы можно было вложить смысл. Джинсов немає на рынку? Украинских нету. То есть вы авторы первых украинских джинс? Да. Бинго! Мы считаем, просто патриотизм должен проявляться в каких-то более реальных вещах, чем просто в картинке на футболке. Поэтому лучше мы будем все делать в Украине, и это будет вот нашим вкладом в такой патриотизм, чем просто рисовать где-то кем-то. А мне цікаво, на самом деле, носи джинсы, так? Но что в них украинского? Покажи, будь ласка. Прежде всего, это украинские руки, то есть само производство украинское. Но если смотреть на сами материалы, составляющие, все, что в них входит, ничего украинского в них нету вообще. Мы используем только качественные ткани, которые повышенной прочности, повышенной плотности. Вот, для начала. То есть все наши ткани, они или европейские, или японские, или американские. Еще они не будут там расфарбовывать одяг, если раптом ты замочиваешь эти джинсы с иншим? Как раз качественные дорогие джинсы все, в принципе, они все отдают краску при стирке первой 100%, при стирке второй обычно тоже. Фишка в том, что мы берем те материалы, которые, ну, не обрабатывались до того, и вот человек по мере того, как он их носит, они становятся, приобретают, точнее, вот черты его как бы лайфстайла. Добре, мы зараз у джинсах, прямуємо на вулиці Києва для того, щоб поспілкуватися, дізнатися у наших глядачів взагалі, як часто вони одягають джинси. Скажи, будь ласка, ти носиш джинси? Ну, взагалі-то да. Ну, да. Да. Як часто ви носите джинси? Кожен день. Завжди. Ну, я стараюсь, как леди, ходить чаще в платьях. На какие заходы ты не одягнешь джинсы? К сожалению, на работу. Побачення с девчиной. Когда хожу в кино или в театр. Страшное питание, сколько джинсов у вас в шафе? А сколько у вас есть время в эфире, чтобы я посчитала? Десь 3-4, 5-6. 2. Украинские бренды джинсового одежды знаешь? Честно, нет. Коллинз? Ли Купер. А Глория джинс украинский? Укрджинсы. Ми тільки не побачили, що люди йдуть на роботу у джинсах, повертаються з роботи та йдуть у кафе також у джинсах, сплять вони також у джинсах, все вони роблять просто у джинсах. А за какими критеріями ти посоветуєш людям вибирати качественные джинсы? Во-первых, это как они сидят. Джинсы, в принципе, как бы лежать не должны, но они должны сидеть. На втором месте это именно сам материал. Ну, джинсы, которые тонкие такие, они на ощупь совершенно, ну, неуверенные, мягко говоря, то я бы лично их не брал, и жить они будут меньше. Якщо дуже спекотно. Летом можно носить какие-нибудь чиносы, брюки. Если хотите купить именно качественные джинсы, то нужно посмотреть на конструкцию не только снаружи, но и просто посмотреть, как внутри это может выглядеть. Потому что именно внутри всегда видно, это сделано аккуратно, классно, или там как бы на чем-то сэкономили и не уделили чему-то внимания. Просто потом это может вызвать проблемы. Почему именно Hedges? Что означает это слово? Бренда, так, Hedges? Да, почему? Это название нашего бренда. Это слово выдуманное. Оно состоит из нескольких скомбинированных по частям. Мне почему-то казалось, что Jazz это ге, это как Георгий, хед это как голова, это как лидер. Георгий, может быть, типа ты человек, голова бизнеса. Слушай, а где шьются сами джинсы? Они шьются у нас в Украине? Да, все джинсы и все наши другие вещи нет. Украинцами, украинскими гражданами. Тот регион, где они пошиты, я бы отнес, наверное, к одному из самых экологичных. А где, я так скажу. Это Карпаты, может быть? В той стороне, наверное. Ах, очень много у нас секретов. Вообще секретно это изготовление украинских джинс, понимаете? Но мы обещаем, что в следующей студии мы обязательно взломаем этот громадный замок и дальше будем с вами делиться секретами о том, как зарабатывать на украинской одежде и вообще какая гарантия у одежды и на кого эта гарантия рассчитана. Также мы будем еще и общаться вместе с нашим гостем касательно того, где, в каком же экологичном районе делают экологичные украинские джинсы. Будьте с нами ровно через час. Встречаемся в студии М1, а пока наслаждайтесь музыкой.